И всем привет, мои дорогие друзья, подписчики и зрители моего канала. Меня зовут Александр, да ёпростых, лапок опять это развалился. Меня зовут Александр, я продолжаю играть в Ark Survival, а также The Lost Island. Что мы сегодня пойдем делать? Да, по названию вы и так знаете, за артефактом жесткости. Брутальный, жесткий, вроде как, типа того, я без понятия, я так себя в голове это ассоциирую, и вроде как жесткость я правильно назвал, я не знаю, но если в названии неправильно, по-другому написано, вот в названии это правильно. А такое может быть. Короче, пойдем сегодня туда. Но для начала я покажу немножечко изменения. То есть я, во-первых, их всех определил в каждую свою комнатку. Вот этот у меня мэвинг, который выращивает. Вот, остальные просто для яиц. Что еще? Установил кукер. Этот, господи, гриль. Там металл жарится. И здесь установил вот это вот все для... Кстати, на тековские они работают от генератора. Я не знаю, почему он изначально не работал. Нужно было его переустановить, и он работал от генератора. Но я как бы уже... И они лучше работают, чем вот эти. Тоже в 10 раз. То есть они еще лучше работают. В 100 раз, короче. Медленнее портится все. Ну, это, соответственно, уже в следующем сезоне буду тековские ставить. Они работают от обычного генератора, я это удивился, но как бы уже поздно, я уже сделал из такого. В общем, буду делать ресурсы в таких ящиках, здесь очень удобно видно все. Хавку, ну, то, что портится, буду в тековский ставить, а вот эти вот буду ставить в металлический. Почему в металлический? Ну, потому что там лучше видно, чем вот на этих деревянных. И, кстати, вот эти и вот эти стоят одинаково, просто эти они большие, эти маленькие. Ну, вот видите, да, здесь 3 в ряду, здесь 4. Как бы то ни было. Да, пока я тут все это занимался, уже наступила, можно так сказать, ночь. Но это не беда. У нас есть читерная гамма, так что мы ее сможем использовать. Летим к Бруту. Брут у меня в пустыне. Я туда собрался лететь по двум пустым причинам. Первая причина и самое главное. Так, у меня Фенрир, Анкил, Деликурос. Все отлично. И Птеранодон. Самые основные у меня есть на призыве. Первая причина, почему я собрался туда лететь. Думаю, мне нужен хитин. Давай погнали туда, где можно будет добыть хитин. Пустыня. Отлично. Ну, то есть я собирался так и так лететь, забывать хитин. А тут как бы еще и совпало так. Отлично. Погнали. Вот. И вторая причина, я смотрю, загрузил. О, стоять! А зачем я полетел? А зачем я полетел? Ты слышишь, хорош лагать. Слышь, игра, мать твою за ногу. У меня же есть телепорт пустыни. Вот, а второй, я такой смотрю, он список артефактов, и брут он на первом месте. Ну и пойду, короче, по алфавиту. По английскому алфавиту, понятное дело, ну, потому что на английской вики смотрел, поэтому пойду по английской вики по алфавиту. Вот так вот я и решил, какой артефакт будет сегодня добываться. Единственное, что я думаю, а кто у нас там находится в пещере? Это я не знаю. Так, здесь я поставил... Да, здесь я правильно поставил этот. Прям вообще я красава. Поставил наверху, чтобы если в что, если в как, ну то есть на меня никто не напал. Так, хотя что, погнали на летунчике доберемся до туда. Я все равно не вижу, с кого добыть хитин. Ну, то есть богомолов здесь все равно нету. С них нормально так хитинчик добывается. О, тут озерце. Озерце. Так, погоди. Желтый луч. Хитиновый шлем, маскировочный нагрудник. Ну, слушай. А, ну, это говно опять. Опять застрявшее все. О! Там стайка этих была. Амаргозавр. А я хотел магмазавр. Амаргозавров. Ну вот их надо будет в ближайшее время томить. Это обязательно нужно будет томить. Это прям 100%. Блин, прикольное место. Прикольное место. Пустыня, все дела. И хоп! Такое... да, единственное, то и спавнится, это не прикольно. Но бог ним. Так. А я не понял. А почему у меня координаты почему отключены?
Интересно, мне труба не показывает координаты. В левом верхнем углу. Секунду, глянем. Я как-то Alt-G, видать, нажал. Alt-G. Оп. Отлично, координаты появились. Мне нужны координаты white, это entered, вход в пещеру, 88,8 на 80,6. Как бы все легко и просто, казалось бы, но 80 это где-то тем далеко, 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 далеко. Да, мне еще очень, оказывается, далеко лететь. Металл, везде лутал. Ну, кстати, да, здесь тоже есть же скорпиончики. Опа, че, это может это вход в пещеру? Ну, или его начало. 88. Хотя, может, и не его начало. Тут и назад. Я что-то не понял. Так, давай поищем. Да, я пытался найти 88.08, надо было 88.80 искать. Это, короче, вот. То есть вот та расщелина, где я начал искать. И как вариант, если бы я бы по ней пошел... Вот оно что, Петрович. Если бы я по ней пошел бы, я бы... Не... Почти бы вышел куда нужно, но не вышел бы, потому что нужное мне место вот здесь. Отлично. Отлично. Не лагай, мать твою. Так. Или почти вылез. Я что-то опять заблудился. Погоди. 80. Это вообще... Ой, мне надо вот эту скалу облезать, что ли? Ой, ёп, ты вышла, ну-ка, господи, прости. Так, погоди, я опять заблудился. Взлетаем повыше. Если б я на Фенрире, конечно, тусил бы тут, я бы вообще бы... Вот она нам. А как туда пешком добраться? Подожди, сюда никак пешком не добраться, сюда только свалиться нужно. Вот она что-таки. Не, вот это, по идее, вход в пещеру идет. Ну да, а просто она багуется. Так, кстати, яркость-то. Ха, яркость-то! Это шелк? Нет, это просто ягоды. А почему не шелк? А это кактус? Ой, да и пошло все в жопу. Так, ты летишь домой. И улетел. А ты летишь сюда. Так, вот это все выкидываем. Да. Чё-то тут много чего с походом осталось в моих прошлых. Я забываю его разгрузить. Его, потому что Фенрир это сын Локи. Ничего не знаю. Ладно, погнали в пещеру. Погнали в пещеру, говорю, слози. Ладно, я понял. Я тебя понял. Сейчас вы меня не пустите, ага. Я сказал, погнали в пещеру, значит, погнали в пещеру. Фу! Так. Идти ли я туда буду? Да фига. Так, там просто озеро. Надеюсь, там нет никаких ресурсов. Да я что-то не вижу ничего. Ну, отлично. Даже если есть... О, добрый вечер, вот они и богомолы, вот он и полимер, и, естественно, хитин. Отлично, погнали. Ну, блин, ну а что мне с ней делать? Я просто смотрю на хитинок и думаю, блин, вот клево бы их в пещеру, к себе замок, пускай они там тусуются, ну а что толку, они задиспавнятся. Вот те хитинки, которые бегают у меня на базе, они не должны задиспавниться, теоретически. Практически, но они уже какой день бегают, какой уже реальный день бегают, я уже туда-сюда тусуюсь, а они все там. Они все там. У меня уже что-то около, ну, около 130 примерно пасты точно есть хитиновый.
от ахитинок. Так, ну сверху это понятно, типа прикол такой. Типа там что-то есть, там по факту ничего нету. Но я теперь могу это проверить. Да, здесь типа такая синенькая, типа небушка, все дела, но нет. Но нет, там не небушка. Так. Читерим. Успел? Успел! Пошел ты! Так, как-то слушайте, темновато все равно, но здесь у нас есть проблески. Светастые. Так, тихо, только не сжираем. Ой-ой-ой-ой. Отлично. Не, ну блин, хитин есть хитин. Чуть-чуть. Вы все равно никуда ничего никак. Давайте. Это ресурсы. Вода. Пещерная вода. О, так я кругаля что ли сделал? Добрый вечер. Я к вам на чаек. А вот нифига не кругаля. Да, здорово. Чего вы сразу начинаете? Погоди. Там что-то желтенькое видел, там был дроп. О, добрый вечер, дроп. А что там лежит? Будем считать, что это типа хорошее что-то. О, кстати, я сейчас только что понял, что у меня лежала цементная, ну то есть паста ахитины, но мне нужно было 10 цементной пасты, а она не использовалась. Хм, интересно. А она осталась, но мне показалось, типа у вас нехватка цементной пасты. Интересно, она использовалась или нет? Ну, в смысле, тогда у меня вопрос с дроппера, она... кристалл. С дроппера она его собирает или... О, с сайтом коллектора она собирает его или нет? То есть вот этот сбор ресурсов. Интересненько. Кругаля. Да, вот я сделал кругаля, все правильно. Здесь мы сейчас тусанем обратно к обсидивану. Оп, пригодится. Точно выкидываем. Ой, нормально, так полимера. И хитина, вот тебя мы разберем. Пика, выкидываем. Седло оставляем, огненная стрела, точно нафиг, горшок, бог с тобой сиди. Как-то так? А. Забыл. Это тоже говно. Бегаю я вот здесь, бегаю мимо ресурсов, давай добудем. Как-то так. И уже лучше. Вперед! Домой! Ну, а мы с тобой погнали. На всякий случай, проверить лучше. Так, я... О, да, правильно, я налево не ходил. Добрый вечер. Не, ну ахатинка, ну, смотри, ну вот что ты пиздец сделать? А ты все-таки пойдешь на хитинчик. Так... А, интересно. Опа-на. А что это там за желтое свечение? Ой, такие брызги. Смотри. Это этот брызгает так. Нифига себе. Что-то я не замечал раньше таких брызг. Че это у нас тут за желтое свечение такое? Это просто свечение. Погоди. Это случаем не вход в пещеру? Погоди.
Да ну нафиг! Это реально вход в пещеру? Кстати, раз уж я здесь, давай поставим телепорт, чтобы это сюда, если чего, это возвращаться было быстрее. Вот чё не ожидал, так этот, что будет вход в пещеру. Вход... на, хотя ладно. Жесткости. Я нам был через ген написать. Ненавижу, когда так пишется, но ну ладно. Чё поделаешь, если фортифактник называется. И пишут его не через ее. Обалдеть! То есть, все-таки здесь что-то есть. Здесь есть этакое сокращение. Прикольно. Блин, ну плескается он, конечно, клево. И мне интересно, если вы знаете, реально подскажите. Я с ним плаваю быстрее с этим синемакропсом? Или же нет? Вот реально, я просто не знаю. Но, если вы знаете, вот то, что он плюхается, вот это вот все быстрее или же нет? Блин, прикольно. Ой, к сути, у меня же левел. Левел, что можно качнуть? Мне больше качать то ничего. Вот серьезно. Я дошел до такого момента, когда мне больше качать нечего, я качаю урон. О, здорово. Ты старенький или новенький уже? Наверное, новенький. Я же из пещеры, получается, выходил. Желтое свечение. Так, погоди, это я в ту сторону бегал и вернулся на круги своя, да? Да, точно. Подожди, я, получается, так и не понял. А, здесь я дошел до вот этого. И все. Охренеть, тут какие пещеры. Ну, блин, это клево. Это тебе не пещера на два. Так, вот это, наверное, налево я заверну. И вот это кругали сделаю, да, правильно. Это прям вот старые такие добрые пещеры. Здоровые, долгие такие пещеры. О, здорово. Ну, почти. Надо было чуть подальше пройтись. Но мы же можем сделать по-другому. Кстати, по идее, в тебе нельзя положить. Да, в тебе нельзя положить, только можно выдра и еще кто-то там. Это я правильно помню. Ну, проверить нужно было, мало ли. Было бы, конечно, слишком читерно делать ему еще и такую функцию. Он и так слишком читерный, чтобы ему еще и это добавлять. Ну, прям без шуток, он прям читерный, вот это вот, и летунчик, и рюкзачочек прям кайфовый. И это, плавунчик получается, если еще на нем быстрее плаваешь, короче, ну прям, ух, супер делось. А самое главное, ты летунчик еще и по пещерам, то есть, ну прям горш читер. О, добрый вечер! Я к вам в гости. Простите, я по-другому просто не мог не реагировать. Хопа! Что-то я, короче, прям это... Прям разошелся. Блин, ну я здесь не был, я уже слутал артефакт, но я здесь еще не был. Алло! Алло! Это понимаешь, это вот как старые добрые времена, когда ты уже, это, как говорится, вроде все нашел, зачем бегал, а пещера-то еще и не собиралась заканчивать. Вот это я понимаю. Клевая пещера. Не, я реально, я только... Нафигеть, вот это я урон по большей части получаю от артоплевр. То, что я в них всаживаю, а они такие мне в ответ. На тебе по печени. Да. Так, это тоже говно. Па-па-па-пау. Ну, хитина я забыл, конечно. Огонь. Урон. Финнерчик у меня прокачивается. На, кто скажет? Ох, читер с финнером. Кстати, читер с финнером. Блин, у меня же броня есть.
Я, короче, на нем просто бегаю, как на обычном волке. Все время я щиток... О, боже мой. Я вот только сейчас сказал про читера с Фенрирум. Хотел сказать, типа, и что, в нем ничего такого нету, это обычный волк, и я вспоминаю про вот это вот его... Она выносливость, конечно, просаживает. Это такая проблемка. То есть она выносливость не восстанавливается, насколько я помню. Вот, но... Оба-на. Оба-на. В смысле? В смысле добрый вечер? Погоди. Погоди. Офигеть. На Вики про второй вход ничего не сказано. Охренеть. О, я по тому такому входу и шел. Потому что он на Вики указан. Я поэтому по тому входу и шел, что он указан. Не трожь моську! Шелкопряд, здорово, мне шелк нужен. Не знаю зачем, пускай будет. В какахах застрял. Офигеть! Вы теперь тоже знаете, что здесь есть это второй вход, если бы до этого не знали. Он реально на Вики нигде не указан. Ни на одном, ни на втором. Так, погоди. Ну, может, все-таки кнутом тогда я смогу залутать себе? Ну, почему? Почему не лутается шелк? Я привык, что в таких цветочках лутается шелк. Так, погоди, а я как-то могу с тебя это снять эту броню? А, не, он просто у нас закончилось и броня сама снялась. Прикольно, слушай. Я теперь понял, почему пещера не заканчивалась. Вот что я точно могу сказать. Ну, прям реально кайф. Блин, вот тот, кто это придумывал, прям красава. Я сильно реально удивился. Это я давно этого не испытывал, что ты прям, тебя это все удивляет. Казалось бы, почему, чему тут удивляться, а нифига. И вот она, пещерка, и идешь по воде, и снова ты в пещерке. Блин, клево. Клево. Но и мне кажется, я еще не везде допрошел. Так, ну во-первых, что у нас там? Логично, что ничего, но проверить нужно было. Так, включаем меркость, забыл. Мне-то видно, вам темно. Поэтому надо включать яркость. Хотя вот как-то вот слишком вот дефолтную гамму врублю, и вообще прям огонь будет. Кстати, реально, вот здесь, если в днем бегать, везде, прям везде, на дефолтной гамме, прям супер. То есть ты как бы не напрягаешь глазки, вот на дефолтную гамму, вроде бы и темно, а дефолтная гамма и нормас. Кайф, кайф, естественно, кайф. Это когда тебе не нужно какие-то дополнительные примочки, так сказать, это, обращаться. О, здорово. Я здесь не был или ты здесь случайно? Не, я здесь не был. Ёпарасоте. А там чё? А, нет, там я, наверное, был. Да, точно, я же здесь спустился. Точно, и пошел налево. А направо что? А, направо вот это что? А подожди, а назад что? Я ж там еще что-то вроде не посещал. О, класс. Классно. Давно я по пещерам не блуждал. Прям именно, чтобы вот прям заблудиться. Чтобы прям нужно было запоминать, где ты бегал, где ты не бегал. Но мне кажется, я уже здесь бегал, куда я сейчас бегу. Да, здесь я бегал. Интересно. Ну, скажем так, второе задание я свое выполнил. Это найти кучу хитида. Я думал, сейчас, короче, по-быстренькому пройду пещеру. Ну, я привык уже к тому, что это делают дерьмовые пещеры, маленькие и так далее. И пойду хитинчик добывать. Да, хитинчики добыл. План Б выполнен.
Вот, точнее, второй план. Так, это я делаю круг а-ля и высаживаю сюда. Это мы идем направо, идем налево. Я пошел направо и вышел к берегу. Пошел налево, там делаешь большой кругаль. То есть, как бы приходишь к тому же самому и делаешь кругалечек. Кругалечек. Ну, это я вот сейчас только что возвращался, я по нему и бегал. То есть, как бы, короткий путь и длинный путь. Короткий путь, ты приходишь сразу. Длинный путь, ты бежишь фиг знает сколько. Погоди. Я там пройти не могу. А не, нифига. Я подумал, что это выход, а нифига. А почему Феррер пройти не может? То есть это пещерка? Это все еще пещера? Может, надо было как-то под углом? Да, надо было под углом бежать. Меня все еще мучает сомнение, что я где-то что-то еще не увидел. Но... А, вот здесь был артефакт. Отлично. Да, здесь и есть артефакт. Кстати, телепорт надо поставить. Я здесь могу его поставить? Не то, пальто. Нужно разместить на полу. О, здесь могу поставить, отлично. Ну что я могу сказать? Я еще раз пробежался по всей пещере, ничего я там не нашел. Поставил телепортик около артефакта, ну это сами. И все, то есть как бы да, это вся пещера. Два входа, это конечно меня удивило, прям обалденно удивило. Это вот... Один из входов вы видите, тот, который не указан на карте. Это прям очень кайфово. Вот реально, я получил удовольствие от блуждания по такой пещере. Да, она запутанная. Лабиринты такие. Но всегда здесь лабиринт сделан так, что ты как бы кругалями сделаешь, но вернешься на место. Так сказать, не страдаешь топографическим кретинизмом и найдешь на выход. Ну а я на сегодня уже буду с вами, пожалуй, прощаться. Как говорится, всем спасибо за просмотр. Не забывайте подписываться на канал, ставить лайки, комментировать, ну и, конечно, делиться моим видео со своими друзьями. Ну это все. Всем удачи, всем пока, всем счастливо, добра, всем пока. И по скриптум. Там, где я ставил телепорт, здесь еще красный дроп дропается. Пришел за артефактом, а тут, ого, какая бензопила, седло, о, рецепт. Жаль, конечно, не настоящее, но просто рецепт это... Сколько рецептов требует? Пока.